Привет, дорогие мои, меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Скайрим. В последней серии мы собрали клинок Мирунаса, Гона. Теперь он у нас, и теперь мы уже будем стопроцентной рогой. То есть вместо вот этого меча ужаса мы возьмем клинок Мирунаса. Есть небольшой шанс убить противника. Хорошо. Надо будет его заточить попозже еще, конечно. Но, в принципе, я думаю... Так, нет, мы его возьмем в левую руку, а в правую бич драконов. И теперь у нас есть ключ, и мы зайдем к нему в святилище. Посмотрим, что там есть. Может, что хорошее. Будем надеяться, эта локация не слишком большая. Ой, блин, какая она замороженная. Красивый такой кинжал. Неплохой. Так, ты мирный или нет? Ты изгой, по-моему, да? Дремора. Понятно. Это я что сделал? Гармонию... А, блин, извиняюсь. Так, тихо, не надо меня жечь. Ладно, это было просто. Что это вы тут делали, дреморы? Каков, а? Еще сердце дает. Блин, тут просто настоящее раздолье для тех, кому нужно было это сердце доедры. Вот знаете, что оно здесь. В больших количествах. Потому что очень многие прям там матерились, когда я не брал эти вещи. Ну, я же не знал, что они нужны там для производства, скажем, деидрической брони. Хотя зачем мне деидрическая броня? Это тоже сложный вопрос. Камень душ мне не нужен. Кольцо омоложения. Неплохо. Так, а у меня что за колечко стоит? Луки наносит. Блин, это лучше. Хорошо. А теперь, раз такие дела, я думаю, можно начать выполнять задание братства, что ли? Так, что у нас там по квестам? Лурбук. А, давайте вот это вот добьем. Нас же Даэдра тут припахал. Моларбал. В заброшенном доме в Маркарте, заманив туда жреца Баэти. Жрец Баэти у нас находится... так. Вот тут находится. Я тут был? Нет. Так, ну теперь мы, видимо, туда и пойдем. Ближайшая точка вот. Провал сквозняков. И оттуда, я думаю, минут за 10 мы доберемся. Заманим этого жреца. И нам дадут какой-то то ли там булаву, то ли еще что. Она мне, конечно, не нужна, но вдруг понравится, вдруг с ней побегаем. Не знаю, посмотрим. Так, знакомое место. Знакомое. Теперь, как нам попасть в сломанную башню? Блин, а тут горы, по-моему. А я поверху не смогу пробраться? Нет, похоже. Блин, сейчас опять несколько серий потрачу на обхождение. На обход. Чтобы попасть на нужную локацию. Ну хотя бы мы вернулись в места, где красивая природа. Так, что-то знакомое это. Что-то тут... Тут я был уже, по-моему. Тут Рорик стоит, по-моему, поблизости. Так, давай вот не надо, а? Так, хорошо, как же мне попасть туда? Давайте попробуем вот по горочке.
Так, маленько скупаемся. Ух, течение сильное какое. Хорошо. Ой, опять эти. Кстати, блин, обожаю крабовое мясо. Просто что-то с чем-то. Если его правильно приготовить, конечно. Так, вроде правильно идем. Сейчас придется посайгачить. И не факт, что это у нас получится. Ну, давай, 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 братюнь. Ой, да хватит кричать. Нет, похоже, не получится. Ладно. Да. Это нас ни к чему не приведет. Короче, ближайший путь оказался не таким уж и ближайшим. Да, не падай ты, мать твою, за ногу, ну что ж такое? А вот. Блин, все равно на эту сторону ведет. Да как же мне туда попасть-то, а? Хотя тут есть дорога, насколько я вот сейчас уже при приближении вижу. Так что пошлите в эту сторону. Вон она, похоже. Не навернуться, главное бы. Лисичка. Уф, так. Сейчас разберемся. Да, какая-то тропинка тут определенно есть. Будем надеяться, это не приведет нас в тупик. Но вроде нет. Отлично. Супер. Так, где-то здесь его заброшенный алтарь. Значится. Нам сейчас нужно его найти. Как его зовут-то? Жрец Боэти. Видимо, так и зовут. Опять изгой. Ненавижу изгоев. Свободно. Так, значит, здесь мы имеем дело с изгоями. Кстати, заметили, изгои появились уже, когда я получил 30-й с гаком уровень. До этого были бандиты, теперь на их место пришли изгои. То есть они посильнее, и поэтому с ними как бы больше проблем. Ну да ладно. Так. Это вот. Улетаем сейчас. Ты жива еще, что ли? Блин, смотри-ка. Так, это откуда прилетело? Блин, опасно. Так, хорошо. Сейчас она поднимется, похоже. Или нет? Ладно, нужно будет найдет меня. Железные мечи. Кстати говоря, тут, возможно, я смогу заточить. А, хотя у меня слитков никаких нет, как я заточу. Свой кинжал. Так, что для тебя нужно? Эбонитовый слиток. И ты станешь 40-й удар. Хорошо. Жаль, слитка нет. Ладно, всему свое время.
Ты что творишь, женщина, блин? Борзы. Тебе не хватило, что ли, я не пойму. Так, ладно. И тем не менее. Где у нас вход? Вход у нас пониже. Так, аккуратно. Чтобы не ошибиться. Посмотрим. А что-то я сегодня зеваю. Так, хорошо. Тут, я понимаю, тоже изгои. Ненавижу изгоев. Ну тут хотя бы можно в стелсе против них повоевать. Блин, клинок, конечно, светится хорошо, но... Ой, как-то это... демаскирует меня довольно сильно, я думаю. Так, наверху еще один ходит. Понятно. Тогда у меня есть идея. Хоп. Хорошо. Да, в принципе, второго тоже можно законопать. Я две мерзких стрел купил, как видите. Так что это уже не так безнадежно. Это было я. Я была. Иди сюда. Так, подожди. Это что было? А, на косточках. Небольшие баги. Ничего страшного. Так, изгой. Блин, уродская. Темень-то какая. Хорошо, бухла много, выпить любят. Так, стрелы хорошо вошли. Ну и ваш тоже возьмем. Так, хорошо. Ловушка. Но пока что довольно тихо. Ага. Понятно. Ну, с ней, я думаю, у нас проблем не будет. Так, где ты мой кинжал? Или ты у нас еще не стоишь в избранном? Да, еще не стоит, только получили. Тихо, аккуратно. Так, а похоже, она удачно так идет сюда. Оп. Тихо, тихо, тихо. Не подумайте ничего плохого, я тут просто... так, давай, 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 давай. Ох, слепая. Тридцатикратный урон, отлично. По задней грудка. Это я возьму.
Это у нас что-то повышает? Нет. Пустой. Яд бешенства. Прикольно. Что тут ничего полезного-то, похоже, нет. Ну, хоть что-то. Денежки. Блин, похоже, нам не сюда надо было. Да я тут и был при том, понятно. Так, а нам нужно вот сюда. Что-то меня терзают смутные подозрения, что... А, ну да, я пришел оттуда снизу, вот тут убил и вот тут убил. Но сюда подъема у нас, соответственно, не было, поэтому все нормально. Так, хорошо. Ой, не надо вскорим, блин, да что ж я постоянно, прежде чем прочитать надпись, выхожу. Блин, ну и тут я тоже был, соответственно. Так, ну, в принципе, все, что ли, нам сюда? Что, просто вино? Да, просто вино. Так, есть кто? По идее, должен быть. Не может быть, чтобы тут никого не было. Надо быть осторожным. Ага, он ходит. Хорошо, сохранились. Оп, оп. Пардон. Уважаемый охранник, это ничего. Просто сработала ловушка, которую ты, скорее всего, поставил. А нет, смотри, переполошился или нет? Да, премию Дарвина. Первый раз такую ловушку вижу. Удивительно. Так, сохраняшечка. Ну, в принципе, не особо сложно, надо сказать. Вернее, вообще не сложно. В стелсе против них воевать легко. Так, стрелы. О, орехи в меду. Ништяк. Так, давай быстро. Ох, красота. Ленина. Ничего так шмат. Так, давай разворачивайся уже. Хорошо. Вот так. Так, ну и что? Там я вижу один человек стоит, по-моему. Вот это вот. Наверняка он не с самыми лучшими намерениями там стоит. Или она? Она.
Ну и ладно. Подвинем с дороги. Так, мы уже довольно высоко находимся. Ну и что? На этом закончится, нет? Или мне еще дальше куда-то идти? Это что такое было? Местный шаман какой-то, что ли? Добрый день, изгой, не рисковое сердце. Так, ключ от тюрьмы. Камень душ мне не нужен. Ничего не надо. Чтобы... Ой, понятно, понял, не дурак, буду знать. Дебила. Дебила. Хорошо. Какие-то они странные ритуалы тут проводили. Человеческие кости лежат. Так, ладно, тут я понимаю, именно ты и сидишь, да? А, Лог Рольф несговорчивый. Эй, ты! Тебе велели меня убить. Заколоть могучего Лог Рольфа, пока он связан, как баран. Я здесь, чтобы спасти тебя. Спасти? Никто не знает, что меня схватили. Кто тебя подослал? Я здесь по велению Баэтии. Темная госпожа прислала тебя. Погоди, алтарь Молога Бала. Ну, конечно. Мне срочно надо в Маркарт. Освободи меня. Дай-ка освобожу тебя от пут. Свобода, наконец-то. Теперь прочь с дороги. У меня дело. Пожалуйста. Ладно. Теперь нам нужно возвращаться в Маркарт. Но сначала мы посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас золото, которое нам очень просто нужно. Железные перчатки, настоящая алхимия. Кому-то, может, и пригодилось бы. Как и вот это. Возьмем. О, блин, дождался ты меня наконец. Сколько ты тут стоишь, меня ждешь, родной ты мой. Так, хорошо. Еще нету? Еще бы кусочек. Нет, к сожалению. Ладно, все, нам пора в Маркарт. Вообще надо бы с Маркартом разобраться, конечно. Да пока руки не доходят. Так, Маркарт. Хорошо, тут дело к ночи. Из дома не выходить? Ты этого хочешь, Эндон? Ты закрываешь лавку и точка. Хочешь, чтобы я сдалась? Самая кровавая говядина в пределе. Этому мы будем учить свою дочь. Мама, почему вы с папой ссоритесь? Мы не ссоримся, мы просто... Давай я тебе поесть приготовлю. Мама с папой потом поговорим. Ладно, с вами потом разберемся, если у вас есть какой-нибудь квест. Но сейчас нам нужно разобраться с этим непонятным магом. Сейчас, я думаю, будет весело. Так, хорошо. Давай, давай. Иди на свою смерть. Жутковатое место, конечно. Лагбал, думаешь, ты можешь одолеть того, кто верен Баэти? Я уже побеждал в этом бою.
О, но на этот раз я не один. Локральф. Что? Ты? Добрый день. Смертный. Я даю тебе свою булаву, напитанную проржавевшей сломой. Сокруши дух в костях Локральфа, заставь его склониться передо мной. Ну давай. Сейчас повеселимся. Ну, чудовище, чего не стоило сюда приходить? Я не покорюсь. Никогда. Куда ты денешься? Блин, меня в такой стукнули, я бы, наверное, помер. Никогда не покорюсь. Я никогда не покорюсь. Да что ж ты какой непокорный, а? Ну, чудовище. Смертные, какие у вас хрупкие, дряблые, жалкие тела. Попробуй еще раз. Ну ладно. Что? Замах? Ты скотина, будешь надо мной глумиться? Я не сдамся. Ага, уже треснул потихоньку, да? Ты за это заплатишь. Прикольный квест. Что? Замах? Да. Ты хватит. Хватит. Я сдаюсь, Молокбал. Я сдаюсь. Ты склоняешься передо мной? Да. Ты вверяешь мне свою душу? Да. Ты отринешь жалкую и слабую Бетию? Да. Теперь ты мой, Локральф. Убей его. Нормально. Хватит! Хватит! Шесть. Так, чего я не дотягиваюсь? Давай, я жить хочу. На! Булава Молагабала. Я дарую тебе ее истинную силу. Когда твои враги падут перед тобой сломленные и окровавленные, я увижу это. Да не слишком-то щедрый подарок. Знай свое место, или Молокбал пошлет другого героя, дабы забрать свою булаву с твоего мертвого тела. Да попа треснет. Теперь мне пора в Обливион. Нужно забрать кое-чью душу. Следи за домом, пока я не вернусь. Ну ладно. А вот его хорошо озвучили. Просто вообще отлично. Так, ладно. Это было, конечно, очень жестоко, очень мерзко. Как раз в духе моего персонажа. Отличный квест. Ладно, убираемся из этого жутковатого домика. Хотя, в принципе, по идее, теперь он наш, похоже. Но я бы в таком жить точно не стал. Так, ну... Ладно, чё. Да, в принципе, ладно, давайте на этом закончим. В следующей серии пойдем выполнять задание Темного Братства. Потом когда-нибудь надо уже капитально наведаться в Маркарт и начать разбираться, что тут к чему. Но пока что давайте разберемся с Темным Братством. На этом пока все. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.